У герцогини Сассекской Меган пока нет разрешения на использование такого обращения. Появление на свет первенца герцогини Сассекской Меган и принца Гарри ожидается этой весной, а общественность так и не дождалась новостей о том, что ребенок получит право носить титул его королевское высочество. Дело в том, что автоматически после появления на свет малыша не смогут так называть. Больше по теме Меган Маркл преподнесет Кейт Миддлтон особенный подарок на ее день рождения. Новость появилась на фоне слухов о разладе жен британских принцев. Согласно королевскому протоколу, только один ребенок получает это звание сразу же после появления на свет, старший сын старшего сына принца Уэльского. Это решение принял более века назад Георг V, постановив, что только этот ребенок имеет право на эту честь по рождению, любые другие правнуки монарха должны получить звание. Но Меган Маркл и ее супруг пока такого разрешения не получали. Как передает Daily Mail, есть вероятность, что семья не будет получать такое решение. Это связывают со словами принца Гарри о том, что он хочет, чтобы его дети жили нормальной жизнью. Принц сказал в 2017 году: «Я полон решимости вести относительно нормальную жизнь, и если мне посчастливится иметь детей, у них тоже должна быть такая возможность». Кроме того, проблема может быть и в принце Чарльзе, который, возможно, тоже не хочет увеличения королевской семьи.